Одна из самых крупных ракушек на новой выставке Зейнура Мусина – это тритон, размеры которого 53 сантиметра. Коллекционер привез ее из Таиланда. Как сказал сам Зейнур Керимович, такой экземпляр встречается очень редко. В экспозиции в городском музее представлено еще много ракушек причудливых форм и окрасов, редких, поражающих воображение минералов и камней. Зейнур Мусин стал коллекционировать интересные камни еще в детстве. На досуге и по-любительски, так говорят. Вот увлекся коллекционированием с малых лет. У меня через 3 дня 85 лет, чтобы представить, что это не за один год, это целая эпоха с военных лет, потому что в 44-м году я в школу пошел. За свою богатую на события жизнь Зейнур Керимович побывал во многих уголках мира и по традиции привозил из своих путешествий различные сувениры. Потом это переросло в хобби. Автор выставки искал для своей коллекции интересные камни, минералы, ракушки и виды бабочек. По образованию Зейнур Мусин – архитектор, поэтому на выставке можно увидеть и его художественные работы, на которых он запечатлел страны, города и острова, в которых побывал. Это не просто география, это и посещение месторождений различных, потому что все можно найти только когда это все взрывают, перекапывают, руду миллионами тонн ворочают с места на место. Ну, а мы тут как тут в поисках обнажений каких-то интересных. Выставка камней и минералов из личной коллекции Зейнура Мусина продлится в городском музее до середины мая. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.